В Сочи праздник отмечают представители еврейской общины. Обычно к нему присоединяются более 150 человек. Хануку отмечают в связи с историческими событиями, празднованием победы древнееврейского народа над греко-ассирийскими завоевателями. Праздник свечей и света имеет много традиций. Например, в эти дни принято зажигать ханукальную минору. С семисвечником, огонь в котором должен постоянно поддерживаться, связана древняя легенда. В тот момент, когда там были завоеватели, естественно, огонь никто не поддерживал, не имели права, и никто эти традиции не соблюдал. Была найдена небольшая бутылочка кошерного оливкового масла, после чего, по идее, должно было хватить всего на сутки горения, но случилось такое чудо, что нагорело 8 суток, пока смогли приготовить новое кошерное масло. Первую свечу в миноре зажигают в первый день Хануки. В Сочи ее зажгли на семисвечнике, который установлен на Зимнем театре. Каждый день в последующие 7 дней будет зажигаться по одной свече каждый вечер. Как уверяют мудрецы, нужно увеличивать в мире свет, а вместе с ним все самое доброе и чудесное.